400 тысяч жителей Флориды до сих пор остаются без электричества в результате аварий, вызванных ураганом Милтон. Штат начали восстанавливать после буйства стихии. Президент США Джо Байден 12 сентября посетил Флориду, чтобы оценить ущерб от урагана. Он распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По подсчетам Белого дома, ущерб от стихии может составить 50 миллиардов долларов. Напомню, ураган Милтон обрушился на прибрежные города Флориды 10 октября. Погибли по меньшей мере 24 человека.